Всем доброго времени суток. Чё? Дикая лиса маркиза. Дневник приручения. Есть у нас. А? Облизывайся. Ну, если ты будешь, нет. Ну, Соня. Спать уже легла, я тебя разбудил. Да? Чё? Как насчёт яйца, а? Ну? Спишь, что ли, еще? Заснула уже. А? Вредина. А, вредина. Глазки сощурила, значит, не хочет. Ну, ладно, не хочешь так, не хочешь. А мясо-то хочешь, нет? Зевает, она сидит. А мясо хочет, сразу побежала за мясом. Яйцо точно не хочешь, да? А? Не хочешь? Кот тут будет идиотничать. А? Не хочет он. Кот лазить будет тут. Ну, потом найдешь. Аккуратнее же надо, по пальцам-то зачем? Кошка, он прибежал тебе помогать. Конечно, обнюхать его надо же. Давай. Последний кусочек. Че, будешь яйцо или не будешь, а?
А, вредина. Что-то надо, как про яйцо, это самое, сразу убегает. А? А? Сразу убегает. Там. Да, даже принюхаться не хочет. Знаешь, что я гладить буду? Ну ладно.